Метрики являются неотъемлемой частью практически любого проекта и процесса разработки. Только зачастую они достаточно скрыты. Любой заказчик, любой менеджер хочет повышать эффективность команды, хочет, чтобы продукт становился качественнее. И зачастую звучат такие фразы, как «работайте лучше», «у нас плохое качество», «давайте повышать эффективность». Но при этом не так много где используются абсолютно конкретные метрики, в которых это качество и эффективность выражаются. Есть классический подход к метрикам, который пропагандируется в классическом project management. Есть более хаотические метрики, которые пришли из мира agile методологии и несколько не сформированы в какую-то конкретную методику их применения. В данном тренинге как раз есть идея соединить эти два мира и взять лучшее из обоих. Взять метрики классического project management касательно бюджета, скорости разработки, персональной эффективности и многие другие, и соединить их с метриками из мира agile, которые говорят о том, что нам нужно использовать настоящую velocity, которые говорят о том, что нам нужно замерять реальный business value и прочие вещи, которые имеют какую-то ценность для участников процесса разработки, таких как клиент, менеджмент, команда и так далее. И мало того, что мы рассмотрим все эти метрики достаточно детально, мы посмотрим, как именно можно на них влиять, как именно их можно измерять, чем их нужно мерить, какие инструменты и практики пригодятся тому человеку, который будет внедрять данные метрики и поддерживать их на проекте. Ну и понятное дело, что никакая метрика не должна внедряться просто так, потому что метрика должна быть стимулом для того, чтобы что-то улучшать или делать какие-то изменения, потому что если вы не можете что-то измерить, очень тяжело это улучшить или изменить. Поэтому очень важной частью данного тренинга будет глубокая мотивационная составляющая применения метрик. Только если у вас возникает действительно желание изменить что-то, если есть желание более глубоко понять, а где же вы находитесь сейчас, вы должны применять метрики. Приходите на этот тренинг, и вы узнаете, как применять метрики с толком и добиваться успеха в этой области.